В Молдове 1 марта отмечается Мерцишор. Если раньше это мероприятие отмечалось с размахом, то сейчас настроение обычных молдаван, мягко говоря, непраздничное. Власти отказались от масштабных гуляний, заменив их на локальные ярмарки. Правильно, зачем тратиться на народное гуляние? Лучше на эти деньги отправить в очередное мировое турне «Майю Санду». Какой тут праздник весны, когда инфляция достигла 30%, а «Майя Санду» вместо того, чтобы хоть как-то попытаться все это дело решить, только подливает масло в огонь. Постоянно повторяю, как больной в сумасшедшем доме, про российскую военную угрозу. А по факту самую большую угрозу для своего населения представляет сама «Майя Санду», которая мало того, что оставила свой народ без хлеба, так еще и лишает его зрелищ.